Всем привет-привет! Вы на канале «Цвета фантазии», с вами я, Диана. И знаете что, мои дорогие, я все-таки экспериментировала и думаю, надо все-таки записать на камеру. Я понимаю, что немногим интересен этот шелли-арт, да? Но вот эта красота, она правда притягивает, она просто остановиться невозможно, вы понимаете? Вот я уже стараюсь и делаю другие заливки, и все. Я сегодня делала заливку. Я, наверное, сниму маленький такой ролик, какой, ну, чтобы поставить на YouTube. И выложу вам на YouTube, значит, ролик с моими работами. Те, которые я не ставила в Instagram. Да, те, которые ставила в Instagram, но не ставила на YouTube. Вот смотрите, сейчас я проэкспериментировала Shelly Art на черном. Вы посмотрите, какая получается красота. Вот. Это что-то, конечно, сверхъестественное. Сейчас я вам... Ну, это правда очень красиво. Сейчас я вам покажу еще одну. Значит, это все, правда, экспериментальное. Вот смотрите, как получилось. Да? Видите? Это черная краска семиглоз. Но я сегодня ее купила. Значит, они мне сказали, что это настоящая семиглоз, делюкс, значит, да. Но когда я принесла домой, я увидела, что это была, значит, не настоящая такая вот краска. Они просто покрасили мне белый цвет. И, конечно, естественно, дорого продали, как дурочку. Обманули, завтра буду звонить и по шее им давать. Вот. Но, вы знаете, а я не пожалела, если честно, когда я попробовала. А ведь смотрится-то офигенно. Вы посмотрите на черном, как смотрится. И вот я решила вам показать. Правда, вот видите, черные вот такие точечки, они не должны быть. Они не должны быть в Shelly Art, но, видимо, это... Краска, скорее всего, она просто жидкая почему-то, я не знаю. Может быть, то, что вот они там смешивали или что, я не знаю. Но факт тот, что, конечно, она имеет свой эффект. Пожалуйста, посмотрите, какая красота. У меня получилась рыба. Это просто экспериментально. Видите, я это даже не холст, а на целлофан... Ну, такой вот бортик был у меня. Это борт, я его просто использовала... Вот, попробовать цвета. И мне нравится. Вот, я потом попробовала вот это сердце, и тоже мне понравилось. И сейчас я хочу вам показать, может быть, мы попробуем другие цвета или еще что-то, и посмотрим, как получится остальные вот эти Shelly Art. Так, вы знаете, я, наверное, запишу видео еще раз. Я там искала, значит, по интернету посмотреть, да, есть ли заменители в России, там еще что-то. Ну, чтобы сказать, я что-то нашла, нет, наверное, не нашла, потому что это, скорее всего, привозят специализированные магазины, и поэтому, наверное, нету этих вот этих разных средств. Хотя, наверное, все равно можно где-то найти, если правильно посмотреть. Что за состав, да, то мне кажется, что можно. В общем, дальше. Я сейчас буду снимать вот это, значит, просто мы экспериментируем. А потом я все-таки один ролик, ну, не сегодня, наверное, но сниму я вам. Еще раз покажу спокойно все, как я что размешивала и что вообще я сделала. Потому что каждый день почти я экспериментирую. Остановки, конечно, нету. Мне хочется добиться лучших результатов, поэтому я буду дальше идти и продвигаться вперед. Во-первых, спасибо всем за комментарии, которые вы мне написали. Да? Я очень-очень благодарна вам. Ну, вы, конечно, меня перехвалили там, но все равно мне, конечно, очень приятно, что я добилась какого-то результата. И, наверное, я все-таки сниму одно видео, такое, которое коротенькое, да, и вам покажу эти картины. Все-таки я его сниму. Ну, в общем, смотрите. Дальше еще что я хотела сказать про Shelly Art. Сейчас очень много на YouTube есть про Shelly Art. Вы можете посмотреть, может, кто-то что-то найдет свое, да, и вы уже, и там, ну, вы мне можете задавать вопросы, а я вам уже объясню. Смотрите, вот эта краска, она жидкая.
Видите? Она должна быть как такая же, немножко плотная. Видите? А она растеклась. Вот почему я говорю, что это не подойдет, конечно. Но попробую. Ну, буду пробовать, потому что надо пробовать. И цвета красиво получаются, да? Она должна быть немножко погуще. А она прям растекается, вы видите? Вот, подушечка нам нужна такая, чтобы она была погуще. Дальше, смотрите, что мы будем делать сегодня. Я попробую уже другие, наверное, цвета. И посмотрю, как оно у меня получится. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Вот, что у меня есть, уже запасы. Потому что у меня очень мало их, уже красок. Я все время экспериментирую, конечно, трачу. Так, ну вот я попробую вот так. Значит, смотрите, зеленый металлик. Это такой голубоватый металлик. Дальше давайте добавим. Может быть, сейчас я хочу добавить, наверное, синего немножко. Вот хоть черный цвет, но мне хочется добавить какого-то такого цвета. Давайте голубой, вот этот и голубой добавлю сюда. Так. Дальше добавлю вот такой красный. У меня есть красный цвет. Он почему-то жидкий. Вот, Shelly Art. Если кто-то уже делает это, да, вы знаете, что здесь главное? Во-первых, главный активатор. Это главное, да, и подушечка, которая вот у нас есть, вот это называется подушечка, это раз. А во-вторых, главное в этом деле быстро сделать. Вот сейчас я с вами разговариваю, это я не делаю быстро, а мне нужно сделать это все быстро. Вы понимаете, вопрос в чем? Вот, и если делаешь быстро, значит, оно получается, ну, как бы оно не оседает, краска вниз. А если долго вот так вот, пока думаешь, пока что, она оседает вниз и уже не дает вот этого эффекта, который должен быть. Вы понимаете, в чем вопрос-то? Ну вот, сейчас я попробую все-таки сделать. Мне кажется, что все равно вам интересно будет посмотреть, поэтому я это буду делать сейчас. Так, смотрите. Видите, вот она растекается, она не должна растекаться. Вот я их завтра убью, потому что мне не нравится вот это, что они так обманули. Так, ну чуть-чуть еще вот розовый. Что-то он у меня не собирается, нет, идет. Так, и теперь активатор. Смотрите, активатор я сделала сегодня. Но у меня есть уже вот как бы свой рецепт, да, флоритрол там нужен. Да, у меня есть замена флоритролу, вот я вам показывала. Это Thin It, то же самое Thin It, или как он называется, то же самое, как и флоритрол. И поэтому у меня, мне кажется, что он как раз-таки подходит. Вот теперь смотрите, я вот сейчас сделала, я не знаю, сработает, нет. Ну, попробуем. Вот, я вот так вот, значит, залила. Да, теперь я продуваю. Вот, кто-то меня спрашивал, а что трубочкой нельзя? Можно. Трубочкой можно, но когда я продуваю трубочкой, у меня получается совсем по-другому. Когда я дую вот так, она получается совсем по-другому. И вот, пожалуйста, видите? Вот, активатор работает, значит, все окей. Вот. Вот такие клеточки должны стать. Здесь нету силикона, вот для... Там меня спрашивали тоже по поводу... Здесь нету силикона, мои дорогие, вообще абсолютно. Здесь просто немножко техника другая, поэтому тут немножко по-другому краска размешивается. У меня есть на Shelly, это на Ютубе Shelly Art.
Там две части даже, по-моему, если я не ошибаюсь, то есть две части. Если кому не трудно, посмотрите, потому что там я размешивала вот так, как мне нужно было. Я размешивала и показывала, вот этим составом я работаю. Он на меня работает. А вам нужно будет искать, конечно, свой состав, свое. И знаете, некоторые говорят, вот не получается. Да, не получается, потому что вот купив там вот эти, даже все то же самое, оно может не получиться. Потому что вас должна рука привыкнуть. Вот я же каждый день экспериментирую, да? И уже я знаю примерно, какая должна быть краска. Вот, ну, как надо сделать правильно. И тогда, конечно, получается. Ну, красота. Ну, вот смотрите, какая красота. Ну, вы посмотрите, какая прелесть. Это надо сделать обязательно на холсте. Вот, активатор сделан правильно. И, значит, он будет работать правильно. Вот. Видели? Жалко, что камера не передает того, что я вижу, конечно. Очень жалко. Но на самом деле, вы посмотрите, какая красота. Вот. Вот так, мои дорогие, сделали мы Шелли Арт. Если вам интересно, во-первых, видите, цвета. Надо мне просто снять, или вам там, если вам будет интересно, давайте я буду снимать и показывать. Потому что вот остановки реально нету. Я сегодня записала одно видео. Картина получилась просто восторг. Я сама рада и очень прям очень-очень рада этой картине. Вот. Но так как моя эта служанка приходила, ну не служанка, а как их называют, домработница, да, она приходила и стала тут шуметь. И, естественно, когда я записывала, вот этот шум весь, значит, оказался на камере. Поэтому я не стала уже ставить. Хотя я, наверное, все-таки его выложу. И если вы посмотрите, не обижайтесь, что так вот снято нехорошо. Вот. И посмотрите, там цветовая гамма очень красивая, и картина получилась очень интересная. В общем, вот так вот, видели? Вот так получается Шелли Арт. Вот это вот настоящая Шелли Арт, которая должна быть по-настоящему. А то некоторые каналы, ну, наверное, есть каналы, где вы видите, да, они, значит, просто делают, что непонятно, с матовых красок, еще с каких-то там, ну вот, и говорят, что это Шелли Арт. Это не Шелли Арт, это обычная заливка, которую они делают. Шелли Арт не должно быть матовых цветов, только нужен семи глосс или сатин. Вот эти цвета, они только работают на Шелли Арт. Вот. И потом Шелли Арт, надо мне тоже еще вам как-нибудь выписать. Значит, там есть женщина, она писала, что Шелли Арт, это не то, что вот делает Шелли, и поэтому назвали в честь нее. Нет, Шелли Арт придумал австралийский какой-то, значит, художник, по фамилии не помню. Вот, он придумал вот эту технику, значит, и продувал феном там, и вообще. И вот с того времени называют это вот Шелли. Его как-то, по-моему, Шелли, что ли, тоже что-то звали его так. Ну, в общем, я что-то сегодня с вами разболталась. Вы посмотрите, какая прелесть. Ну, вот реально, дух захватывает, хочется. Вот я отсюда вообще уходить никуда не хочу. Мне хочется работать, делать что-то. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот. Видите, два сердечка, пожалуйста. Красное и вот такое. Получается супер на черном фоне. Так что будем делать на черном. И я уже буду с вами потом, значит, буду с вами уже на связи, буду показывать вам цвета, какие я делаю. И у вас все у вас получится, дорогие мои. Все, всем пока-пока. До новых заливок. Вот, я надеюсь, что вам понравилось. Сейчас я сниму вот то видео и скину вам на YouTube, и тоже посмотрите. Все, я вас очень люблю, всем спасибо, новым подписчикам большое-большое спасибо, что подписались. Вот, рада всегда новым знакомствам, поэтому всем теперь пока-пока, до новых заливок. Все, пока!